Апостол Павел призывает нас исполняться Духом. Что только не думали об этом повелении, как только его не толковали и не перетолковывали. Для чего все это нужно? Павел написал это повеление в контексте нашей борьбы с грехом. И как бы он спрашивает нас, а что же нас наполняет? Грех или святость? Один, значит, знакомый сетевой писатель рассказывал о том, как он одно время чуть было не стал православным священником. Он даже учился в семинарии, и там, говорит, с нами училось, ну, очень много колоритных персонажей. Был там Дима Ляхов, который закончил институт прикладной математики и потом тоже пошел учиться в духовную семинарию. Но при этом он был алкоголиком, а через некоторое время его прикрепили к духовнику как всякого студента духовной семинарии, и он духовнику своему э, похвалился, что вот он студент духовной семинарии, и он уже полгода не пьет вообще, то есть вот на что духовник ни слова не говоря достал две кружки, бутылку водки, значит налил себе и ему и сказал пей. Ну а приказ духовника закон, значит не обсуждается. И вот Дима, говорит, выпил, и духовник выпил. И духовник сказал ему, какой грех, сын мой, роднит нас с дьяволом? Ну, тот под, пожал плечами, говорит, не знаю, отче, гордыня. Вот ты, говорит, возгордился, значит, и э, сказал, что не пьешь. Поэтому, чтобы победить твою гордыню, я тебе велел выпить. Гордыня нас губит. Ну, Дима это понял по-своему, и поэтому каждое утро своему соседу по келье он задавал один вопрос: Брат, а не возгордились ли мы случайно? И, значит, чтобы не возгордиться, они выпивали опять по кружке водки, и уже через полгода Диму Ляхова отчислили из семинарии с формулировкой за прегрешение, несовместимое с ношением духовного сана, за пьянство и прелюбодейство. Очень часто мы думаем, что ну грех, ну подумаешь, это что-то такое не страшное, или какой-то один грех страшнее другого, и важно ему вот не поддаться, а все остальное не так важно. Нет, апостол Павел говорит, что нам нужно не отравиться грехом, и чтобы не отравиться грехом, нужно исполняться духом. Давайте прочитаем это очень важное повеление, 5 главе послания к Ефесянам с 18 по 20 стихи: И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел здесь говорит, что исполнится духом нам необходимо. Слово «исполнится» буквально означает быть наполненным доверху, ну, набитым так, что сверху уже ничего нельзя положить. Исполнился, значит, вали, налил вот воды в стакан. Ну, столько, что сверху, если нальешь, то уже польется через край. Иногда мы можем прохудиться, как какой-нибудь сосуд. Сатана у нас просверлит дырку. И оттуда, конечно, наша святость вытекает, и тогда она эту пустоту заполняет собой. И Павел как бы нам говорит, что нельзя мириться с прохудившимся сердцем, если оно прохудилось, не миритесь с таким положением, исполняйтесь духом. Ну и возникает вопрос: а как это? Чего делать-то надо? Павел говорит очень просто. Заметьте, он а -а -а дает один императив не упивайтесь, но исполняйтесь, то есть повелительные наклонения. И дальше несколько деепричастий: назидая, пая, воспевая и благодаря. А, Деепричастия эти описывают то, каким способом мы исполняемся духом. Поэтому очень просто. Хотите исполниться духом, сначала исполните вот это вот повеление. Вытрезвите душу и разум. Здесь вообще Павел 4 распоряжения отдает, и первое из них – вытрезвить душу и разум. Не упивайтесь. Не упивайтесь вином. Ну, Писание на этот счет говорит довольно-таки много. Дело в том, что в древнем мире – с напитками вообще было плоховато. А из напитков были доступны вода, молоко, ну и вино. Потому что в жарком климате вино было фактически единственным продуктом, который можно было долго хранить. И, в общем-то, это был такой, ну, естественный напиток. И естественно, Библия говорит о том, что у вина есть полезные для здоровья свойства, и Библия допускает умеренное употребление, но предупреждает об опасности злоупотребления алкоголем. Алкоголь лишает человека разума, пьяница не в состоянии управлять собой, и регулярное употребление... алкогольных напитков изменяет психику человека, его мировосприятие, ведет к деградации личности. Писание неоднократно говорит об этом. Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгречают себя вином. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Притчи говорят об этом. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза. У тех, которые долго сидят за вином который приходит отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. В Новом Завете апостолы предупреждают, что пьянство свойственно языческим религиям. Петр говорит, довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь в том числе и пьянству. В послании к Галатам Павел пьянство упоминает среди дел плоти, поступающие так Царство Божие не наследуют говорит он. Пьяница не может быть христианином. В первом послании к Коринфянам Павел пишет, не обманывайтесь, пьяницы, среди прочих других грехов, Царство Божьего не наследуют. И Христос в Евангелии от Луки предупреждает, смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отекчались объедением и пьянством. Кстати, интересно, что вот это слово «объедение» назначает пирование, пиршество. Фактически здесь речь идет не о, а, не о пище, а тоже о питье. Это упивание и пьянство скорее. Так, поступа так поступайте, отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие света, говорит Павел в послании к римлянам. Будем вести себя благочинно. Не упивайтесь вином, мы прочитали сейчас, да? Ну и еще в первом послании к Коринфянам я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается в том числе пьяницей, с таким даже и не есть вместе. К сожалению, в Библии нет четких указаний по поводу того, что такое пьянство. И с какого объема оно начинается. И с какой регулярности. Где заканчиваются целебные свойства вина, когда Павел говорит? Тимофей, впредь не пей одну воду, но употребляй немного вина ради здоровья желудка твоего. И где начинается, вот, собственно, злоупотребление? Очевидно, все это довольно-таки индивидуальные такие вещи. Но все-таки некоторые намеки есть. Ну, например, Исаия пишет, горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры. То есть, если человек уже с раннего утра должен выпить, скорее всего, это уже признак пьянство вот, того самого греха. Или горе тем, которые храбры пить вино. Наверняка это указывает на некую самонадеянность. Дескать, уж я-то точно не напьюсь. И вот когда человек самонадеян, тут-то его, собственно, подстерегает этот грех. Всякий увлекающийся ими неразумен в притчах написан. То есть, если это увлекает тебя, если ты знаешь, что ты падок, на этот грех, тогда лучше всего не пить вообще. Ну и отцы церкви, в принципе, с этим согласны. Василий Виникий писал: Пьянство это утрата рассудка, истощение силы, безвременная старость, кратковременная смерть. Пьянство в первую очередь выключает разум. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Ведь только что Павел призвал нас быть мудрыми. И именно поэтому вот он говорит о пьянстве. Как маленькая луна заслоняет собой во время затмения солнца, так и маленький грех вот этого пьянства заслоняет от нас истину. Поэтому Павел говорит, оставляйте свой разум и свою душу трезвыми. Молитесь, чтобы Дух Святой помог вам. Но вообще слово «трезвитесь» имеет более широкое значение. Это речь идет не только о пьянстве. Нас опьяняют и похоть, и гордыня, и гнев. И поэтому Павел пишет, почему вы должны не упиваться вином? Потому что от этого бывает распутство. Не допускайте распутства. Не разрешайте греху превратить вас в развалину. Потому что греческое слово Асатия происходит от прилагательного с безнадежный, погибший, пропавший, несчастный. Ну, человек развален. Жизнь угасает, общение с Богом прекращается у такого человека. И это может привести к физической смерти, к отречению от Бога, а затем к смерти духовной. Итак, первое... Рекомендация ⁇ хотите исполняться духом, пусть разум ваш вообще будет трезвым ⁇ Вторая рекомендация ⁇ все эти, кстати, четыре рекомендации нужно делать одновременно, они а, работают вот так вот вместе. Вторая рекомендация ⁇ это назидание в истине. Посмотрите, 19 стих ⁇ назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. А некоторые думают, в чем же здесь разница? Ну, сначала говорится: назидая себя, а потом пая и воспевая. На самом деле разница есть. Здесь вот речь в 19 стихе идет не столько о песнях, хотя, конечно, здесь перечисляются целых три жанра: псалмы, словословие и песнопение. Мы чуть позже об этом скажем. Но здесь очень важно, что назидать нужно не самих себя. В синодальном переводе содержится все-таки ошибка переводчика. Здесь в греческом тексте написано ⁇ назидая друг друга ⁇ Назидая друг друга ⁇ Говорите друг другу. Почему это связано с песнями? Потому что был таков менталитет древнего человека. Библии у всех не было. Ну, у кажд... не было у каждого возможности иметь свой экземпляр священного писания. А... Всей Библии тоже не было у людей. Поэтому как запоминали Слово Божье? Слово Божье пели. И сейчас, собственно, существует в исторических церквах такой обычай. Священник всегда читает Слово Божье на распев. Есть такое странное свойство человеческой памяти. Если ты что-то поешь, то ты слова запоминаешь. Поэтому, когда Павел говорит, назидай самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, он говорит о пении друг другу Слово Божье. Слово Божье должно стать пением. И вполне возможно, это было такой практикой древней церкви. Когда мы поем песни, мы участвуем в важном служении, назидании. Елисей поэтому позвал гуслиста в свое время. И когда гуслист играл на гуслях, написано, рука Божия коснулась Елисея. Важно понимать, что здесь Богу не столько важен стиль вот этой музыки. Стили могут быть разными. Даже Павел здесь перечисляет три разных жанра. Во-первых, он говорит, Назидайте друг друга псалмами. Ну, это вообще слово Божие. Греческое слово псалмос, да, это буквально оно переводится щипать, как ну, играют на псалтире, щиплют струны, щипать за сердце. Псалмы это э, музыка довольно-таки величественная. Э, ну, отчасти похожая, может быть, на вот эту прелюдию Дунаевского к детям капитана Гранта, то есть музыка, которая очень сильно волнует твою душу. Превращайте в псалмы всю Библию, пойте ее. У молокан, кстати, у русских замечательный есть обычай. Если вы были когда-нибудь в общении с молоканами, они друг другу говорят: давайте Исаю споем там. Ну давайте. Они открывают прям Библию там и начинают петь пророка Исаю. А, замечательная на самом деле привычка. Любите слово, как песню. Из песни слова не выкинешь. Второй жанр гимны ну, вот это вот слово словословие а, оно, это греческое слово гимнос. Кстати, интересно, что гимнос и хюмнос да, это два слова-паронима греческих. Одно из них означает гим как музыкальное произведение, а другое означает прилагательное голый. Гимнастика ⁇ это то, чем занимаются в голом виде. И здесь есть некое созвучие. Гим ⁇ это песня, которую ты поешь, будучи голым. Ну, не буквально без одежды. А это очень искренняя песня, очень такая вот возвышенная. Гим ⁇ торжественная искренняя песня, которая обнажает, ну, все вот твои чувства. И третий жанр – ода. Песнопения духовные. Это буквально написано «духовные оды». На самом деле слово «духовное» относится, скорее всего, ко всем трем жанрам. А оды, с точки зрения древнего грека, собственно, которым и писал Павел, это очень радостные такие песни, подвижные, похожие на щебетание птиц, так что вы видите, и какие-то задушевные, и какие-то торжественные, и какие-то очень радостные жанры. Но все они объединяются одной задачей – назидать друг друга в Слове Божьем. И вот здесь, конечно, Павел говорит о профессиональном пении. Делать это надо хорошо, потому что, когда вы назидаете друг друга, петь нужно красиво, приятно. Именно поэтому древние левиты занимались своим искусством день и ночь. Именно поэтому нельзя ни в коем случае на сцену допускать вот эту махровую самодеятельность, от которой только уши вянут. И нужно вообще чудо Божье, чтобы люди остались в церкви, услышав иное пение. Назидайтесь в истине. Если назидаешь в истине кого-то со сцены, делай это качественно. Речь идет здесь о пении на аудиторию. Да, я уже сказал. И левиты так поступали в первом, первой книге про Люпоменон 9.33. возможно, здесь также речь идет и об общем пении, которое в массе своей, конечно, непрофессиональное, но все же назидательное друг для друга. И даже общее пение в церкви все-таки должно стремиться к стройности. Поэтому на руководителях группы прославления лежит довольно-таки большая ответственность. Если у вас церковь поет кто в лес, кто по дрова, громче включайте э -э, солистов, так сказать, микрофоны. Пусть они забивают вот этот вот разброд, музыкальный разброд вашей толпы. И вполне возможно, конечно, речь идет о назидании в Слове Божьем. Вот это всегда помните: ключевое слово назидание. Назидайтесь в истине Божьей. Можно и не петь, но читать Слово Божие. И тогда ты будешь исполняться Духом. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Третья рекомендация. Как исполняться Духом? Первое, мы говорили, вытрезвить свой разум, Трезвиться, второе, назидаться в Слове Божьем, даже запоминать Его при помощи пения. Третья рекомендация: как исполняться Духом, прославлять Бога. Вот дальше, в 19 стихе, Павел пишет: и воспевая в сердцах ваших Господу. Это несколько иное повеление. Если друг другу для назидания вы должны петь хорошо и профессионально, то петь Господу можно даже без слуха и голоса. Потому что здесь написано «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Вот когда речь идет о вашем личном прославлении, тут можете каркать, как ворона, значит, дома, в душе закрыться, чтобы никто не слышал. И, значит, прославлять Бога сердцем своим. Это значит петь предельно искренне. В псалме так сказано «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить правильно славить господа значит верно себе его представлять правые словословят правильно славят его правильно славить бога это означает верно судить о нем и о себе правильно славить бога может только тот чьи отношения с богом в порядке вот это слово греческое, ортодоксия, которое переводит как православие, и этот, этот термин узурпировала только одна христианская конфессия, на самом деле должно быть применимо ко всем христианам. Правильно славить, когда ты верно понимаешь Бога, верно судишь о себе, когда твои отношения с Богом в порядке. Правильно славьте Бога. Воспевайте сердцах вашего Господа. Ну и, наконец, четвертое повеление или четвертая рекомендация, как исполниться Духом Святым. Благодари Бога. Хочешь исполняться Духом Святым, будь трезвым. Пусть ничто не введет тебя в грех. Назидайся, назидайся Словом Божьим. Ой, прославляй Бога, и тогда Дух Святой наполнит тебя. И, конечно же, благодари. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, Павел говорит, что благодарить надо постоянно. То есть всегда. Нет такого периода в вашей жизни, когда вы должны быть неблагодарными. Не переставая, регулярно благодарите. Записывайте, за что поблагодарить Бога. Благодарите его за все, за все проявления его в вашей жизни, и за то, что кажется вам добрым, и за то, что кажется вам злым. Я помню, мы с молодежью, когда я покаялся, у нас была такая молитвенная тетрадочка. Мы когда собирались на молодежное общение, мы записывали туда молитвенные нужды, ну и, как мы это называли, мы их промаливали все время. И вот буквально недавно, ну, эту тетрадочку нашли. Уж много лет прошло, мы уже все старые стали. Значит, и мы посмотрели, вот о чем мы молились. Все Бог дал. О чем мы молились? На все Бог ответил. Так или иначе. Ну, может быть, что-то мы не так себе представляли, но Господь ответил на все молитвы. Поэтому благодарите Его. Не уставайте благодарить Его всегда. За все за благословение, за радости, за горести. И, конечно же, делайте это во имя Христа, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Христос будет вечным поводом для благодарности. И поэтому, если человек сегодня говорит о том, что «ну, за что мне Бога поблагодарить? Что он такого сделал для меня?» Мне все время хочется сказать «глупый ты человек, посмотри на крест Христов». Разве этого недостаточно для тебя? Ведь Христос умер за тебя на кресте. Благодари Бога за это. Подумайте, как велика его милость к вам. Даже если у вас какой-то физический недостаток или какая-то э, беда случилась с вами, но все-таки Христос по-прежнему вас любит. Благодарите Его за это. Итак, апостол Павел говорит, мы должны быть исполняемы Духом. Некоторые говорят, что это вообще не наша забота, так как по-гречески здесь употреблен пассивный залог. Будьте исполняемы. Но интересно, кстати, что не упивайтесь, тоже пассивный залог. Не будьте неупиваемы. Но это, значит ли это, что мы не должны приложить каких-то усилий, усилий? Ведь каждый упивается сам, а потом вино его делает пьяным. Так и тут мы должны открыть свое сердце Духу Святому. Этим мы победим грех. Как когда-то Константину было введение креста, и было написано «Сим победиши». А так и для нас. Дух Святой – это тот, кто поможет нам победить грех. Будьте трезвы, вытрезвите свой разум. Назидайте себя и друг друга. Прославляйте Бога и благодарите Бога. И тогда Дух Святой исполнит вас, собою, наполнит вашу жизнь, так что в ней не останется места греху. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.